моей подружкой Алисой новый Джоки Джоя. И сейчас мы будем искать коробки с сюрпризом. О, дядя Федор, смотри, какой сыр огромный. О, там тут нас спрятали сюрпризы. Пойдем. Сейчас посмотрим. О, там вкусняшки, наверное, еще. Вижу пакетики. Я нашла. Мне попался вот такой бульдозер желтого цвета и синего трактора. Вот он какой, с ковшом. О. У меня здесь еще есть мамиятки. А мне попался грузовик тоже желтого цвета. У него даже кузов откидывается. О! Придумала! Я насыплю туда мармеладки. Какая вкусная! А есть пойдем искать другие сюрпризы? Хорошо! О, пойдемте туда! Пойдем! Интересно, может быть, тут какой-нибудь сюрприз спрятался? Я не знаю! О, здесь сюрпризы! Представляете, мы еще нашли два сюрприза. Да, мы сейчас будем их распаковывать. О, мне тоже попался такой же грузовик, как у Алисы. А мне попалась поливалка. Смотрите, какая красивая. Это из мультика «Синего трактора». Да я знаю. Я все съела, пошли искать дальше, дядя Федор. Да, посеялся, у нас куча дел. О, кстати, дядя Федор, тут нету, наверное, паука. Я не знаю. Пойдем. Дядя Федор, смотри внимательнее, не пропусти сюрпризы. И пойдем на горку. Вот там у нас, точно. Беги! А мне попался бульдозер, такой же, как у дяди Федора. Ну что, ребята, мы нашли все сюрпризы. Но мы не нашли синего трактора, это очень жалко. Дядя Федор, смотрите, синий трактор появился. Это просто какое-то чудо. Совсем как настоящий. Алиса, отличная работа, дай 5. Ну, а теперь пора прощаться. Пока, ребята. Пока, ребята. Привет, ребята. Мы с Мишей, Хаки и Энджи. У нас с дядей Федором есть волшебный пазл. Надо найти потерянные кусочки. И тогда мы получим приз. А какой приз будет? А это мы узнаем, когда соберем все кусочки пазла. Не видишь пока? Нет. Я тоже не вижу. Давай поищем вот здесь, в этом загоне. Ой, тут две собаки живут. Пиши ее на свой пазл. Забирай, дядя Федор, она сейчас съест его. Да она не отдает его. Это наша штучка. Алло, ты что делаешь? Отдай. Дядя Федор, бежим отсюда! Первый кусочек пазла найден, хоть его чуть не съели.
Пойдем дальше, я уже пить хочу. Тоже приз хочу, пошли. Подойди к нам. Мы ищем кусочки вот от этого пазла. Ты случайно не видел? Дай ему вкусняшку. Ага, а? Попробуй, может, вспомнишь? Олень бросил нам кусочки пазлов. Спасибо, олень. Спасибо. Ну что, еще два кусочка пазла найдены. Спасибо нашему другу оленю. И собакам. О, Миша, нашел еще один пазл. Ой, кусочек пазла лежит прямо на собаке. Ура, молодец, дядь Федор. Ну что же, еще один кусочек пазла найден. Молодец, глазастый дядя Федор. За мной. Так, ну что, дядя Федор, осталось два кусочка найти. Ой, я нашел. О, ничего себе. Вот это ты молодец. Кто бы мог подумать, что мы здесь найдем тоже кусочек. Давай дальше искать. Где же искать последний кусочек пазла, дядь Федор? Миша, ты пока подумаешь, иди, а я пока залезу на дерево. Ой, дядя Федор, ты только осторожнее там, ладно? Ой, я вижу кусочек пазла, сейчас достану. Дядя Федор молодец! Неси его сюда! Ну что, дядя Федор, кладем последний кусочек, и будет волшебство. Ого! Ты только посмотри! Это же синий трактор! Бери его! О, вот это приз! Всем призам приз! Огромный синий трактор! Ну все, ребята, нам с дядей Федором пора. Пока-пока. Начинаем мы играть! Вместе петь и танцевать! Привет! Грядет главное событие этого декабря! Мы сойдем с экранов на настоящую сцену к вам, наши маленькие зрители. Будем петь любимые песни, играть, танцевать, обниматься и много-много фоткаться. 15 декабря в 12:16 в театральном центре на Плющихе в Москве состоится шоу «Тайна кукутиков». Узнай «Тайну кукутиков» первым. Мы ждем тебя. Ссылка на билетики в описании. До встречи! Приветики, пистолетики! Привет! Смотрите-ка, куда мы пришли сегодня. Это Дино Парк в парке «Сказка». Дино Сафари. Узнаем все о динозаврах и круто покатаемся на джипах. Я чёрт за рулем. Как же круто! Это вход, пойдем. Ну что, ребята, наш джип уже подали, он ждет нас. Идемте. Смотрите, какой здесь необычный вход. О, всякие штучки. А там кости динозавров лежат. Смотрите, кость динозавра, это зуб. Пойдемте скорее. Уже не терпится увидеть и самих динозавров. А это малыш-динозавр, который только что вылупился из яйца. Вот так интересно. Так, ну что, я за руль. Так, садимся. Оп. Тут вообще два руля. Два руля. И я буду рулить. Мы оба будем за рулем. Отправляемся в настоящее путешествие к динозаврам. Там сидит скелет. Ого. Ого. Какие тут большие динозавры. Осторожно, хищные растения, табличка. О, нет. Они что, нас съедят? Еще как съедят. Вот же они, прямо по курсу. Веди себя хорошо, цветок. А не то я вылезу отсюда и покажу тебе, кто здесь главный. Мы тебя не боимся. Нет, нет. Если честно, чуть-чуть страшновато. Смотри, Миш, кто это? Ой, ну это травоядный динозавр. А! Смотрите! Ого! Справа хищный динозавр. А это у нас кто? Какой-то лик. Ой, смотри! А, чей-то хвост! Он залез в палатку. Ого! Кажется, он кого-то ест. Лис, что ты уже пожалел?
не шутить. Не шуточки. Какой большой! Какая пасть у него! Чё он на нас кричит? Не знаю, может, ему не понравился. А, он мне тоже не понравился. И что теперь? Он таких, как ты, ест вообще. Знаю я. И сам кого хочешь съесть могу. Надеемся, вам понравилась эта поездка. До скорых встреч, малыши. Пока-пока! Привет, ребята! Привет, ребята! Мы с дядей Федором сегодня пришли куда? Пикси-парк! 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 Мы в гостях у фиксиков! Мы сейчас будем яйца покупать, шоколадные яйца! Ну, не просто яйца, а яйца с синим трактором! Вот, поглядите, какая красота! Давай начинать! Да, конечно, давай! Так, открываем нашу коробку. Ого! Дядь Федор, взгляни, сколько тут яиц. Интересно, а почему тут яиц не хватает? Потому что я не какашки. А, ну тогда понятно. И что тебе попалось? Шишитами и кожа и каёва. Круто! Ну давай скорее открывать остальные яйца и смотреть, что в них еще есть. Аккуратненько снимаем пленочку. Интересно, кто там попадется? Как ты думаешь? Не знаю. Может, профессор Кишишей? Может, профессор. Аккуратненько раскрываем яичко. Вот я. Давай. Доставай. О, это кто? Хрюшка. Хрюшенька. Хочешь шоколадку, дядь Федор? Нет. Попробуй. Не хочу. Что за ребенок не любит шоколад? Я не люблю шоколад, я люблю игрушки открывать. Дядь Федор, а ты знаешь, как коза говорит? Нет. А я знаю, коза говорит вот так. Открываем следующую яичко. Давай помогу, дядь Федор. Да, готовы увидеть, кто там сидит? Да. О! Давай покажем. Профессор кислых щей тут. Привет, ребята. Как сказал профессор кислых щей, кушать надо много овощей. Чтобы на попе не было пищей. А кто шоколада много ест, того могут быть прыщи на попе. Ну ладно, давайте дальше открывать. О, опять Хрюшка. Ну ничего, будет подружка. Вон как дядя Федор все красиво разложил. Ну что, берем следующее яйцо. О, опять профессор попался. Кладем его к нашему профессору. Сейчас попросим, кого нам не хватает. Так, профессор есть, корова есть, синий трактор есть, есть коза. Нету ослика. Может, здесь попадется осёл? Давайте открывать только. Давай помогу, дядь Федор. Чёрная коза в белое. Ну что, будем открывать еще и еще, пока не попадется ослик. О. Вот он осёл. Ура, попался ослик. Ну что, мы с дядей Федором собрали всю коллекцию игрушек. Теперь вспомним, как говорят животные. Корова говорит му. Коза говорит. А знаете, как говорит Хрюшка? Ну, а ослик говорит вот так. Любители бой подушками. Какой еще бой подушками? Ах ты хитрец, дядя Федор. Ну, держись у меня. Пока-пока, ребята. Ой, пока. Привет, ребята! Сегодня мы с вами пришли в Фикси-парк. Он находится в Центральном детском мире в Москве. Ну что, побежали играть? Ого, вы это видели? Огромный бумажный самолетик. Вау!
Видели? Я на огромном самолетике. Вау! Смотрите, ребята, огромная линейка и карандаши. Сейчас здорово поиграем. Ой, вы это видите? Там какой-то настоящий человек-паук. Ого! Какое-то у этого человека-паука лицо знакомое очень. Пойду поближе подойду. О, а где он? Где человек-паук? А, вон он, кажется, я его вижу. Ой, где же ты, паук, человек? Паутина из рук. Так, ага. О, вот он, человек-паук сидит. Эй, человек-паук, мы случайно не знакомы? О, Миша, привет! О, дядя Федор, так это ты, что ли? Привет! Да, я потахаю ямку. Привет! Дядь Федор, ты что здесь делаешь? Играю. Я ищу свои тракторы, я их потерял. Тракторы потерял? Да. Ну, давай тогда вместе давай их поищем. Кто? Медведь, полезешь? Да и лезу, я лезу. Может, мои тракторы никто не забрал? Да я думаю, не забрал. Но я надеюсь. Я тоже. Давай, полезли наверх. Да, на самую вершину. Я-то думала, это человек-паук какой-то. Ну, не знаю. О, это ж трактор дяди Федора. Вот он какой, зелененький, с колесиками. Миша, убери мне его югак. Давай, уберем, конечно же. О, ну что, дай пять. Оп, полезли дальше. Похоже, нам с дядей Федором вот туда. Иди подсажу. Да я сам, я сам. О, спасибо. Давай, залезай. О, конечек майки. И паутина. Мистер, паутина. Полезли, не бойся. Нет. Надеюсь, тут нет никаких настоящих пауков. А то это все на паутину очень похоже. Да, это все на паутину. Мне кажется, нам туда, дядя Федор. Давай. Давай. Пошли, туда. На который можно пучиться. Давай, дядя Федор. Я нашел мой один трактор. О, точно! Это же синий трактор. Давай, кади. Кладу, кладу. Оп. Ну, пойдем и кадь дальше тракторов. Здесь опасно. Да уж. Опасно, как будто бы. Давай, дядь Федор, будь осторожен. Ой, кажется, у нас проблемы, Хьюстон. Чего? Я застрял. Пилочки. Хьюстон, у нас проблемы, я застрял. Ой, застрял. Ой, спасибо. Да. Ой. Дядь Федор, ты куда меня завел? Я сейчас точно тут застряну. Да нет, я тебя буду толкать. Миш, смотри, здесь какой-то механизм. Сейчас помогу. Давай, вместе. О, смотри, трактор. Да, Миша. О, вот он, мой серенький трактор. Берем его в рюкзак. Полезли. Давай, дядь Федор, осталось чуть-чуть найти. О, Кашин трактор. О, ну я ж говорю, еще один нашли. Вот он какой красивый, красненький. Давайте его уберем в рюкзак нашего дяди Федора. Давай, дядь Федор, мы уже почти до конца дошли. Последний трактор найти осталось. Да он внизу может. Может. О, последний трактор я вижу. О, я тоже вижу. Только маленький. Ой.
Вот он красивый и очевый. Красивый, розовый трактор. Ну что, мы с дядей Федором, кажется, нашли все тракторы. Давай их пересчитаем. 1, 2, 3, 4, 5. А теперь, дядь Федор, давай вспомним, каких они цветов. Зеленый, кашель, ежевый, фиолетовый. Ну что, дай 5, дядь Федор. Пока, ребята. Пока, ребята.